Пятый юбилейный чемпионат по волейболу среди юношей и девушек на Кубок общества «Динамо» открылся накануне в Нарьян-Маре. Среди участников – воспитанники детско-юношеского центра «Лидер» и Дворца спорта «Норд». Игры будут проходить в течение недели. До начала игр буквально считанные минуты. Участники разминаются и настраиваются на победу. Марианна Горбань – игрок команды «Лидер-2», уверена в своих товарищах. Девушка имеет большой опыт в этом виде спорта. Мне очень нравится команда. Тут девочки каждый друг другу поддержит. И тут все равны. Тут невозможно сказать, то, что я сильнее кого-то. Мне кажется, что все просто равны. Святослав Карцев из команды «Лидер-3» напротив, новичок. Всерьез волейболом занялся всего несколько месяцев назад. Он уверен, главный залог успеха – сплоченная команда. Сплоченная команда и командная работа, ну то есть как бы помогать друг другу, страховать. Если кто-то не смог, то не расстраиваться. Главное – поддержка. Соревнования среди юношей и девушек проходят в трех возрастных категориях. В группах соревнования идут по круговой системе. То есть каждая команда играет с каждой. Сильнейшего выявят по наибольшему количеству набранных очков. Это детский спорт. Тут непредсказуем результат. Дети эмоциональные, всякое бывает. Поэтому победит, может быть, сильнейший, может быть, кому больше повезет. Соревнования проходят в рамках проекта «Детский спорт». Открывает юбилейный чемпионат на Кубок общества «Динамо» начальник управления внутренних дел, полковник полиции Максим Кузнецов. Общественная организация «Динамо» очень активно участвует в развитии и популяризации спорта, и развитии в том числе детского спорта, юношеского спорта. Поэтому мы проводим ежегодно такой чемпионат по популярному массовому виду спорта – волейбол. Команды-победители получат медали и кубки. Кроме того, в ходе соревнований определят лучших игроков. Все участники будут отмечены сладкими призами. Мне кажется, на нас очень важно и нужно, потому что, во-первых, дети, они же тренируются, ходят на спорт вечерами, они сидят в компьютерах, как вот сейчас многие, и, видите, занимаются от 6 до 16 лет. Вот в этом возраст детей в этом участвуют в турнире от 6 до 16 лет. Конечно, обязательно спорт – это прежде всего, это жизнь. Соревнования продлятся в течение недели. Награждение победителей состоится 30 апреля. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».